Друзья, всем привет! И сегодня я решил поехать на Днестр, чтобы немножко половить. Вот купил вот такой вот прекрасный себе спиннинг. Здесь собрал все более-менее необходимое. Вот, штативы, баллоны для, с газом, для рыбалки снасти, сковородочка. Тут у меня спальник, мой рюкзачок, который вы уже видели. Сейчас это все быстренько собираю и, собственно, выдвигаемся. Так, ребзи, обстановка такая. Уже приехал, короче. Смотрю, что тут Таврия, АТБ понастроили, обалдеть. Сейчас иду на рыночек, уже, в общем, держу одной рукой каремат, одной удочку. Сейчас беру червей, в принципе, водичку какую-то возьму. И все, тулим. Короче, все, затарился. Купил водички, купил орехов, так чисто пожевать. Купил червей, купил опарыши, черви 20, опарыши 10. Как-то так странно, не знаю, я переспросил. Ну так. В общем, ребятки, вот Днестр. Я иду, вот там где-то упаду, закинусь. Ну вот, поэтому так. Ну что, мои дорогие, вот я и на Днестре. Мечта, так сказать, сбылась. Сегодня у меня одиночное такое путешествие, микропутешествие. Вот так это все выглядит. Здесь я все побросал только что, переодел свои труханы. Вот. Выбрал вот такое вот место, потому что там рыбаки сидят. В принципе, здесь тенечек, солнце будет потихонечку вот так вот опускаться. И я думаю, что здесь нормально будет. Сейчас распакую спиннинг, заброшу. И думаю, что следует приготовить кофе. Я все с собой взял. И, собственно, выпить кофейка. Ну, а дальше, надеюсь, дело пойдет. Наверное, у нее там гнездо, скорее всего. И поэтому она меня решила отпугнуть. Но я ее обижать не буду. Поэтому пусть она себе спокойно плавает. А если вы знаете, как ее зовут, напишите мне в комментарии. Так, ребятки. Надеюсь, все хорошо вам видно. Здесь купил опарыши и червей. Так, пластилин. Так. Пластилинчик наш. Ну, такое. Что он вообще не пахнет. Так, ну что, я думаю, сначала набиваем кормухи. Я не то, чтобы там сильно рыбак. Прям именно по спиннингу. Потому что Стас у меня с Измаила, товарищ, он вообще именно плотно по этому делу гоняет, знает, умеет, практикует. Кто-то прыгает, то ли лягушки, то ли какая-то рыбешка. Опарыши, здравствуйте. Первый раз. Ох, какой он плотный. Ты смотри, не пробить. Два накину червя по классике. Красные, ага, сюда. Тут намотал этот карабинчик как зря, потому что где-то потерял. Ну вот это все вы видите прям в реале, как оно есть на самом деле, не то что там склейка какая-то. То есть этот спиннинг я буду закидывать первый раз. А то есть первый раз вот купил? Естественно. Я его купил, наверное, сколько, неделю назад, где-то так. Что у нас тут к чему и как и куда и как оно вообще работает? Вот рыбаки собрались, блин, обалдеть. Все. Ага. Ну да, собственно говоря, да. Так, первая попытка была какая-то вообще. Сейчас попробуем вторую. Попытка номер 5, да? Моя попытка номер 5. Опыт. Сын ошибок трудных. Или как там Стас кидал? Вот так он кидал, наверное. Стас, как ты кидал? Стас, привет! Мы тебя любим! Стас! Мы тебя не можем! Давай, приезжай! Приеду, покажешь, что я запарился уже. Ну. Так. И колокол наш. Ай-яй-яй. Собственно, повесим. Попробуем. Ух! Ух, жижа. Так, молодежь. Короче,
В общем, начал тянуть, думаю, ничего не будет. Так слабо, так вяло. Опа, смотрите, ребят, краб-карасик. Ну как вам такое? Закинул, прошло 2 минуты. Собирался делать кофе. Вот такой прекрасный краб-карась. Ну, спасибо. На опарыша, ребят. Вот снизу опарыш. Здесь 2 червя. Смотрите. Мой первый сегодня. А это хороший знак. Сегодня я взял с собой свою креветницу. Потому что сачка у меня нет. Все. А здесь, в принципе, сачма нормальная. То есть можно свободно это все бросать. Она достаточно длинная. Я думаю, почему бы не использовать ее. Где-то туда я ее и оставил. Так. Ну и пробуем опять. Так. Отлично. Опа. Чуть-чуть подтягиваем. Мы всегда с батей все на камушинку, потому что у нас в селе камушинки. Очень удобно. Так. Вешаем такую погремушку. Ребят, только что поймал вот такого красавца. Или он побит жизнью, или это просто, в общем, не знаю, что это, короче. Нет, это карп, понятно. Но какой-то он либо зеркальный, либо он просто побитый, я не знаю. Мне кажется, стоит его отпустить. Что думаете, пишите в комментарии. Такой уловчик. Только что, как дернул, я тебе говорю, аж удочка упала. Да.
маленький ужик. Опа, запутался. Ну что ты лазишь тут, а? Что ты лазишь тут? Ух, какой. Ух, какой. Наелся, и живот не может проползти. Да тихо. Не скажу, что я сильно люблю змей и прочих вот таких вот ребят. Так, 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 так. Давай, давай, вытаскивай себя. Вот так, вот так. Тихо, повеснешь сейчас. Смотрите, как он выбирается, смотрите. Запутался хвостом, завязался и подтягивается, подтягивается. Подтягивается. Ну-ка, 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 давай. Давай, 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 давай. Опа! Все. Красавчик. Так, друзья, в общем, кухня у нас полевая готова. Рыбу я уже предварительно почистил, промыл, порезал. Так, сухари, соль, овощи, масло, хлебушек. Вот я сухари уже приготовил. Сковородочка нагревается. Мы сядем пока, отдохнем красиво. Что-то дернуло еще пару раз, но я не стал вытягивать. Думаю, пусть еще повисит. Вот такой прекрасный вид. Шея у меня уже немножко обгорела, да я и сам уже немножко подустал. Поэтому, в принципе, сейчас на дорожку ужинаем и будем потихонечку выдвигаться. Еще на чем поеду, я не знаю, просто попутки. Может, Блаблакар что-то будет, но вероятность, конечно. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, я с собой взял палатку, взял каремат, на котором я сейчас сижу, взял спальник, то есть... В принципе, могу остаться. Вот. Таврия, АТБ рядом. Трын-трава, рыбалочка, все. Природа, кайф. Так, время пошло. Первый раз так делаю, не пробовал, не знаю, поэтому посмотрим, что это у нас получится. Такая походная банька для рыбы, которая слишком жаркая. Кстати, если видосик видели или не видели по поводу походной бани, ссылочку я оставлю в описании, как мы отдыхали. Вот так это все красиво выглядит.
рыбка наша готовится. Значит, в соль я добавил немножко хмели-сунели. Здесь еще приготовлю чаечек, купил с бергамотом. Или с бергамотом, или с бегемотом. В общем, мультитул, как всегда, выручает. Вот так это все красиво у нас выглядит. Снимаю все один. Путешествие у меня одиночное, так сказать. Поэтому все хочется успеть, все хочется показать вам, чтобы было всем интересно. Так, немножечко подрегулирую. Добавлю жарка, так сказать. И все у нас будет кайфово. Так, что там наша рыбка? В принципе, опа. Красота. Так, вот это все красиво выглядит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, поджаривается вторая сторона. Ну а я тут тянул, не дотянул. Потому что все как обычно. Наверное, я уже вытаскиваю, не буду больше забрасывать. Сейчас спокойно поужинаем. Еще это шмара. По-моему, ребят, кто-то есть у нас. На финале дня, так сказать. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, опа! Надеюсь, вам видно. Ну-ка. Шикарно. Шикарный вид. Сразу Леню Копуса вспоминаю. Это его какое-то выражение. Ух ты! Опа! Опа, опа-па. Опа-па. Тихо. Смотрите, по-моему, ребят... О, разорвал губу ему, смотрите, как разорвал. По-моему, это самый крупный сегодня карась. Или краб-карась. Или это разные вообще. Вот такой красавец. Так, значит, отправляем его в наш сажок. А сами смотрим, что у нас с кухней. Потому что точно проморгаем. Так, 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 так. Полотенце не взял, вот беда. Так. Ага. Ну, в принципе, я думаю, еще немножечко дать. Финалочку такую. Хорошо, что прожаренная была. Так. Ну, а мы, собственно... Сворачиваем все эти удочки, так сказать. Такая была рыбалочка. Спасибо всем, кто присутствовал, смотрел, ставил лайки, комментарии писал. Мне очень и очень приятно. Ну что, друзья, а кто сейчас есть, я желаю вам приятного аппетита. И также сам буду приступать к ужину. Вот такой вот у меня импровизированный стол. Здесь у меня греется чаечек. Вот он с бергамотом. Я нарезал вот так вот примитивно помидорки, перчик. Пожалуйста, вот моя рыбка. Ну что ж, сейчас буду пробовать и скажу, что получилось у меня. Просто песня, просто песня. Я люблю жареную нее очень давно, очень давно. Мясо нежное, сладкое, именно сладкое, не воняет ни болотом, ничем, знаете, как бывает.
Очень классно. На самом деле получилось. Да, вроде бы это не веганская еда, но пока так. Вкусно. Вот так это все выглядит. Супер. Вот так красиво она поджарилась. Я думаю, вам видно. Хорошо получилось. Хорошая. Да. Рыбка получилась классная, ребят. Поэтому пробуйте, уезжайте, ловите, отдыхайте, живите полной жизнью. Делайте так, как вы хотите. Вот такой мой совет. Если хотите, присоединяйтесь. Всегда буду рад компании. Всегда буду рад хорошему настроению, положительным мыслям. Ну а вам желаю всего самого наилучшего. Чтобы все у вас было хорошо и чтобы ваши мысли определяли ваши действия. Всех благ!